Раз, два. Приветствую всех. Будьте благословенны. Я хотел сегодня начать наше служение с того, что в последнее время так несколько раз задавали вопрос, почему люди уходят из церкви. И я хотел бы сегодня так за это помолиться. И 6.26 Евангелия от Иоанна. Эта история давняя. Если говорить коротко, люди уходят из церкви, ученики остаются. И сегодня немножко мы будем касаться темы ученичества, посвящения. И так было всегда. К Иисусу Христу приходили тысячами, тысячами от Него уходили. И в Евангелии от Иоанна 6.26 Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Когда мы были в Южной Корее, там очень похожая ситуация. Вот, начали открываться церкви для русскоговорящих, и пастор, которого рукоположил в Казахстане, и он открыл церковь в Камагридеше, он поехал в Южную Корею, был приглашен от церкви для того, чтобы открывать новую церковь. И это было в небольшом городе Бусан. Он открыл церковь, ему предоставили помещение, он начал собирать народ, начал ходить по улицам, в метро, в магазинах, в супермаркетах, приглашать, в основном, конечно, к русскоговорящим, к нашим людям. И тогда люди у него начали спрашивать о том, что «А что вы предлагаете в вашей церкви?» Потому что когда вот мы идем в церковь, мы идем покушать. В том плане, что есть ли у вас благотворительные столы, накрывают ли там пищу, чай, дают ли бесплатный чай, и предоставляются ли какие-то привилегии, возможность работать. И, конечно же, пастор только приехал, и у него ничего этого нет. Он говорит: у нас есть благодать, у нас есть любовь, у нас есть сам Иисус Христос. Просто. И люди с улыбками разворачивались и уходили. Такая печальная, к сожалению, ситуация сейчас во всем мире. И она не изменилась. Точно так же 2000 лет тому назад люди приходили к Иисусу Христу для того, чтобы покушать. Просто покушать. Даже чудеса их не интересовали. И поэтому просто у пророка Иеремии написано, что «найдете Меня, когда взыщете Меня всем своим сердцем». Я просто верю в то, что у нас те, кто остались, это настоящие ученики, посвященные ученики, меня вот это радует. Я просто знаю, что церковь прошла очень трудный этап, какой-то определенной такой чистки, посвящения. Но те, кто остались, они получат истинное благословение. Самое главное благословение – это познание живого Бога, углубление взаимоотношений с Иисусом Христом. И Иисус Христос обещает: «Найдете Меня, когда взыщете Меня всем своим сердцем». Поэтому давайте мы за это помолимся. Еще заодно я хотел бы помолиться. Вчера у нас была встреча с главным архитектором города Варны, и он нам описал ситуацию насчет здания. Говорит, просто, конечно, искать вам помещение здесь, в Варне, это нереально, потому что цены здесь очень дорогие. От 1 миллиона евро. Он говорит, вот это здание стоит 1,5 миллиона евро, вот это 3,5 миллиона, вот это 1 миллион евро. И говорит, как-то все это, если у вас только есть какие-то крутые спонсоры. Мы говорим, что мы верующие, мы надеемся на одну спонсорскую помощь, это на помощь нашего Небесного Отца. Но давайте помолимся, чтобы Господь к нам благоволил и просто явил свое чудо, потому что мы уповаем только на Него. Слава Тебе, всемогущий Бог! Спасибо Тебе, Господь, за то, что в нашей церкви собираются ученики. Последователи Твои, Господь, те, которые посвятили Тебе своей жизни, те, которые ищут Тебя всем своим сердцем. И Ты обещал, что обязательно найдем, Господь. Кто-то уже нашел, кто-то уже обрел. Аллилуйя, Отец. Это так драгоценно, Господь, иметь с Тобой самые близкие взаимоотношения. Нет ничего, Господь, дороже на этой земле. Драгоценнее. Слово Божие говорит, что мы искуплены не серебром, не золотом, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Если ты имеешь Иисуса Христа в своем сердце, если ты Его любишь и возлюбил Его всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, ты самый богатый человек на земле, самый обеспеченный, потому что твой спонсор сам живой Бог.
Слава Тебе, Господь. Мы просим Тебя, усмотри, Господь, нам здание, чтобы у нас было свое здание, своя территория, где мы могли бы спокойно принимать миссионеров, где мы могли бы, да, устраивать благотворительные столы. Ты это не запрещаешь, Господь, но для тех, кто нуждается в этом. Господь, Отец, усмотри нам, Господь, Отец, чтобы Царствие Твое распространялось на этой земле. Мы верим Тебе, Господь, Отец. Мы молились молитвой согласия во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Божий народ скажет аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя. Yeah.
будем петь тебе хвалу. Аллилуйя. Мы хотим быть ближе к тебе, Господь. Мы хотим наполняться радостью, Господь. Мы хотим славить тебя еще больше. Аминь. Наш Бог достоин славы. Стою я здесь, вся жизнь моя в тебе. Я знаю, рядом ты, ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, гореть лишь для тебя. Хочу я быть наша ближе. Ближе к тебе. Хочу я быть наша ближе, наша ближе к тебе. Хочу я быть наша ближе к тебе. Хочу я быть наша ближе к тебе. Стою я. Жизнь моя в тебе, я знаю, рядом ты, ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, горит лишь для тебя, хочу я быть наша ближе к тебе. Иисус, хочу я быть наша ближе к тебе. Мой Бог, хочу я быть наша ближе к тебе. Хочу я быть наша ближе к тебе. Лишь один, только ты один. Все, чем я дышу, все, чем я живу. Еще один день, он только для тебя. Иисус твое, хочу я быть всегда. Хочу я быть наша ближе к тебе. Мой Бог, хочу я быть наша ближе к тебе. Иисус, хочу я быть наша ближе к тебе. Хочу я быть наша ближе и ближе к тебе. Хочу я быть наша
тебя навеки, будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять тебя я буду вновь и вновь. Нуждаюсь в тебе, в тебе я нуждаюсь. Я люблю тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять тебя я буду вновь и вновь. В тебе нуждаюсь я, в тебе нуждаюсь я. Спаситель мой, в тебе нуждаюсь я, в тебе нуждаюсь я, в тебе нуждаюсь я. Ты спаситель мой, в тебе нуждаюсь я, в тебе нуждаюсь я, в тебе нуждаюсь я. Спаситель мой, в тебе нуждаюсь я, в тебе нуждаюсь я, в тебе нуждаюсь я. Ты спаситель мой, ты святой, ты святой Господь, мы нуждаемся в тебе. Мы нуждаемся, Господь, в Тебе. Мы желаем, Господь, быть ближе к Тебе. Ты святой, Господь. И Ты здесь, на этом месте. Твое присутствие здесь. Твоя слава здесь, Господь. Наполняй нас собой. Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Мы нуждаемся, наш Господь, в Тебе. Мы ничего не можем без Тебя. Наполняй нас своей силой. Наполняй нас своей славой, наполняй нас Духом Святым. Достоин, достоин, достоин принять славу. Всемогущий, Бог великий,
милостью своей наполняй.
всемогущий Бог, Ты великий, нет подобного, нет другого, как Ты, Иисус, слава Тебе! Что ты не славишь?